сети нету, да? Конечно, как вас зовут? Свет, покажи чуть-чуть. Года в 9 часов утра на пульт дежурной части ОМВД Апшеронского района поступило сообщение о том, что на автодороге Нижегородская Безбай произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. В результате ДТП пострадало 21 человек. Два человека погибли на месте до приезда скорой помощи. Остальные обстоятельства уточняются.